Точки продажи угля по заниженным ценам также открыты в Джалалабаде. Тонна черного золота, доставленного из ташкумырского угольного месторождения, стоит 4000 сомов. Отмечается, что в точке продажи угля очередей нет. По данным мэрии, 10-15 дней назад было достаточно много обращений со стороны граждан. В последние дни количество покупателей уменьшилось. Со стороны покупателей нет жалоб. Говорят, уголь хорошо горит. Нет каких-либо ограничений. Твердое топливо могут покупать не только жители Джалалабада, но и других регионов. Дешевый уголь продается из расчета 1 тонна на одного покупателя. На сегодняшний день в Джалалабаде уже продано более 400 тонн угля по сниженной цене 380 жителям. Еще 40 тонн угля будут выгружены сюда в ближайшие дни. На сегодня все продукты питания подорожали. Людям тяжело, и в такое время продажа угля по заниженным ценам на целых 4 сома за килограмм – большое подспорье для нас. Я купил тонну угля себе домой. В Аксыйском районе реализовано 1200 тонн дешевого угля. Пункты продажи твердого топлива по 4000 сомов за тонну открыты в Акджольском, Аксуйском, Учкургонском и Лукмыту. По данным местных властей, сейчас углем обеспечено 95% населения района. На сегодня уцененный уголь продается в 5 местах, запасов около 500 тонн. И если весь уголь распродадут и будет спрос, мы можем привезти еще больше дешевого угля. У нас есть договоренность с поставщиками. Ведутся переговоры о поставках более дешевого угля в самый отдаленный Чаткальский район. В ближайшие дни доставим уголь с ташкумырского месторождения. В других районах и городах области уже открыты точки продажи твердого топлива по доступным ценам. С начала работ по обеспечению населения дешевым углем Джалалабадской области реализовано 2500 тонн угля. Поставка черного золота по сниженным ценам продолжается. Елена Ткаченко, Джибек Капарбекова, Усмонулам Садырулу, Алмаз Сатаров, Алато 24, Джалалабад.